милость Твоя, Божья. Я хочу начать тоже со свидетельства. Искам също да започна со свидетелство. Несколько лет назад, преди няколко години от онкология, Бог исцелил мою маму. Бог я исцелил майками. У нее был рак головного мозга. Тя имаше рак на главния мозък. И мы приехали за ней очень-очень далеко. И ние дойдохме да я вземе от много далеч. Она нас не узнавала. Тя не позна. И ходила под себя. И ходишь в туалет на под себе си. Ей врачи сказали все, ну, конец, выписали умирать. И лекарите са и казали, това е краят, и са и изписали да умира. Мы не знали, что делать, у нас были маленькие дети. Ние не знаехме какво да правим, имахме малки деца. У нас их трое. Имаме три деца. И кроме как помолиться, мы больше ничего не могли. И освен да се помолим, нищо не сме можели да направим. На следующий день она нас узнала. На следващия ден тя ни позна. Если очень коротко говорить. Това е, ако споделям накратко. Через неделю мама ходила. След една седмица майка ми ходеше. Через год ей сняли диагноз вообще. След една година и примахнаха диагнозата. И она жива до сих пор. И тя все още е жива. В полном здравии. Напълно здрава. Несмотря на то, что она алкоголик. Въпреки, че е алкоголик. Прямо сейчас она в реп-центре, она освобождается. Точно сега се намира в рехабилитационен център и се освобождава. Но с самого детства я жила в семье алкоголиков. Обаче от детството си аз живеех в семейство на алкохолици. И у меня не было будущего. Аз нямах бъдеще. И слово «совсем». Думата «совсем». Потому что папа был тоже алкоголик. Защото баща ми също бил алкохолик. Я жила в маленьком городе. Аз живях в едно малко градче. И кроме как точно так же пить, как мои родители, я не знала больше, как жить. И освен това да пия, както и моите родители, аз не знаех как да живея по друг начин. Но в 15 лет... Обаче, когато бях на 15 години... Бог постучался. Бог почука. И накрыл с Духом Святым настолько... И ме е потопил със Светия Дух толкова много... Что я стала и сказала, Бог... Че аз се изправих и казах, Бог... Если я тебе такая еще нужна... Ако все още такава ти трябвам... Пью... Пия... Курю... Пуша... Гуляю... Обичам да излизам... То сделай со мной что-нибудь. Тогава направи нещо с мен. Бог взял... И Бог ме взе. Поставил... Поставя ме. Сказал, ты дочь моя. И ми каза, ти си дъщеря ми. И у тебя ген владычества. И ти имаш гена на владичество. И я тебе дам все. Я ще ти дам всичко. Что я написал в своем слове. Което съм написал в словото си. У вас, у каждого. Всеки един от вас. Есть ген владычества. Има гена на владичеството. И вы владыки. И вие сте владыки. Над своей жизнью. Над свой живот. Над своей жизнью. Над свой живот. Не на муже. Нито на мъжа ти. Не на ребенке. Нито върху детето ти. Не над другими людьми. Нито върху другите хора. Над своей жизнью. Над твой живот. И мы сейчас на это с вами посмотрим. И ние сега с вас ще погледнем това. Еще одно свидетельство о моей жизни. Още едно свидетелство в мой живот. Бог постучался чуть-чуть раньше еще, в 12 лет. Бог почука още малко порано, когато бях на 12 години. Но не просто так. Обаче не просто така. Через болезнь. Через една болезнь. Он дал тоже такую болезнь. Той също ми даде една болезнь. Которая приводит к смерти. Която води до смърт. Это была проказа. Това беше проказа. Простым языком. С лесни думи. Когда человек покрывается ранами. Когато човек се покрива с рани. И ничего не помогает. И нищо не му помага. Врачи развели руками. Лекарите се разведоха ръцете. Мы не знаем, что делать. Казаха, не знаем, какво да направим. И через неделю еще опухоль под мышку. И след една седмица имаше един тупор, тумор под мышницата. И тоже не знаем, что делать. И те също не знаят, какво да правят. Одна женщина. Една жена. Сказала моей маме, пойдемте с ним помолимся. Каза на майка ми, нека дойдете да се помолим с тях. За детей. За децата. У меня был младший брат, у него то же самое было. Аз имах по-малък брат, той има същото нещо. Кроме опухоли. Освен тумора. И Бог через верующих показал. И Бог через вярващи хора ни показа.
как он, как ангелы пришли, вытаскивают шприцом то, что есть под мышкой. Как ангелите идват и изваждат со спринцовка това, което имам под мишницата. Другим людям показал, что я в свадебном платье. На други хора им е показал, че съм в сватбена рокля. Я их почти не слышала и не слушала. Аз не съм ги чувала и не съм ги слушала. Я слушала Бога. Аз слушах само Бог. Как ребенок. Като дете. У меня не было другого выхода, как аз поверить. Нямах друг избор, освен да повярвам. И опять я сказала Бог. И отново аз си казах Боже. Если я нужна, сделай что-нибудь. Ако ти трябвам, направи нещо. Бог сказал. И Бог каза. В сердце ребенку. В сърцето на детето. 12 лет. 12 годишно. Опухоль отсюда выйдет через руку постепенно и уйдет в окно. Тумор от подмышницата ти ще излезе постепенно через ръката и ще излезе през прозорица. В течение недели полторы опухоль перемещалась. И през една седмица туморът ми се местеше. Ладошка была как у хрюши. Дланта ми беше огромна като на свинче. Я не могла сгибать ее. Не можех да я сгъвам. При том, что были раны на руках. И имах и рани върху ръката си. Которые гноились. Които се гнили. Есть шрамы на руках? Нет. Няма белези по ръката. Опухоль вышла. Туморът излезе. У нас есть ген владычества. И ние имаме генът на владичеството. У каждого из вас есть ген владычества. Всеки един от вас има гена на владичеството. Если мы сталкиваемся в нашей жизни, и ако се сблъскваме в нашия живот, совершенно любой проблемой, с всякакви проблеми, болит голова, боли ни главата, неустройство на работе, не се получава нещо на работа, меня не любит мой муж, мен не ме обича мъжа ми, он меня не замечает, той не ме забелязва, жена меня не уважает. Жена ми не ме уважава. Дети какие-то не такие, как у всех. Децата не са някакви не като на другите. У нас есть ген владычества. Ние имаме гена на владичеството. Идем в тайную комнату. Отиваме в тайната си стая. И говорим: Бог! И казваме: Боже! Вот я! Ето ме. Изменяй меня. Промени ме. Ни мужа. Не мъжа ми. Ни детей. Не децата ми. Ни людей вокруг меня. Не хората около мен. Меня. А мене. Если я вижу где-то проблему, и ако виждам някъде проблем, как тупик, като тупик, някъде откъдето не мога да изляза, нет выхода, няма изход, я опираюсь на нее, аз се опирам върху нея, я не стучу, откройте, аз не почуквам и не казвам отворете, я опираюсь на нее, аз се опирам върху нея, и делаю это опору моим Богом. И правя опората ми Бог. Опираюсь на Бога и делаю шаг вперед. Опирам се върху Бог и правя стъпка напред. Потому что важно делать действия. Защото е важно да действаме. Когда у нас есть ген владычества, когато имаме гена на владичеството, важно еще действовать. Важно е също да действаме. Важно говорить. Важно е да говорим. Освобождать слово. Да освобождаваме думи. Бог творил землю. Бог е сътворил земята. Как? Като? Как? Словом. Через слово. Он сказал слово. Той казва дума. У него был ген владычества. Той имал ген на владичество. И слово произвело действие. И думата е произвела действие. Но он еще носился над водой. Обаче също така се е носил. Он творил в голове. Над водата, творил в главата. И все, что он сотворил в голове, он высвободил. И всичко, което е сотворил в главата, се е освободил. И это осуществилось. И то се осъществило. Что в вашей голове сейчас? Какво се намира в главата ви сега? Какой тупик сейчас у вас? Какъв, защо нямате изход сега? На кого вы опираетесь сейчас? Върху кого се опирате сега? Что вы провозглашаете сейчас? Какво провозгласяваме сега? Для чего вам ген владычества, используете ли вы его? За какво ни е генът на владичество и дали го използваме? Вы знаете, что был такой ангел? Знаете ли, че имало един ангел? Люцифер. Люцифер. Встроенные в него были музыкальные инструменты. В него са били вградени музикални инструменти. И он был лучший из лучших. И той бил най-добрия от най-добрите. Он прославлял, он поклонялся. Той прославился и поклонял. У него был ген поклонника. Той имал ген на дърводелец. Как он воспользовался этим геном? Как се възползвал той ген? Как мы пользуемся нашим геном владычества? Как ние използваме нашия ген на владичеството? Давайте откроем Бытие, 1 глава, 26 глава. И нека отворим 1 глава, 26 стих. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему,
И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину. Хочу сказать женщинам. Искам да кажа на жените. Вообще хотела говорить сегодня женщинам. И като цяло искам днес да се обърна към жените. Но свидетельство меня натолкнуло начать со свидетельства своего. Обаче нечто ме подблъсна да започва со свое свидетелство. Почему? Потому что я работаю с женщинами. Защо? Защото аз работя основно с жени. И у женщин есть одна странность. И жените си имат една странность. У всех. Всички. И заодно это еще и особенность. И също така, то е особенность. Данная Богом. Която е дадена от Бога. Мужчина смотрит вперед. Мъжът гледа напред. У него есть цель, он достигатор. Той си има цел, която трябва да достигне. Он не обращает внимания на детали. Той не обръща внимание на детайлите. Женщина по-другому. Жената мисли по друг начин. Она обращает внимание на детали. Тя обръща вниманието си на детайлите. Часто не видя конечный результат. Много често без да вижда крайната цел. Ей надо все всегда украшать. И трябва винаги да украсява всичко. Везде. Навсякъде. Всегда. Винаги. И на себе. И върху себе си. Бровки домиком. Веждички. Стерли. Нарисовали полосочки. Изтрихме веждите, нарисувахме други линии. Не, надо по-другому. Не, не ми харесва. Еще какие-то там придумали зигзаги себе. Още някакви зигзази са измислили. Опять не нравится. Пак не ми харесва. Куплю красную помаду. Ще се взема червено червило. А теперь розовую. А сега розово. Платичка ровная. Рокличка ми трябва да е изправена. Теперь клеш сделаем. А сега трябва да е по-широко. Пусть висит 5. Нека да има 5. Я так буду красивее. Така ще съм по-красива. Стоит мужчина, смотрит. И мъжът стои и я гледа. Зачем тебе это? За какво ти? У меня есть футболка. Имам си тениска. У меня есть туфли. Имам си обувки. У тебя 5. Красный, зеленый, черный. Зачем? Пък ти имаш десетки от тях. Зелени, черни, червени. За какво са ти? Ей важно украшать. На нея е важно да украсява. И она живет с мыслью «мне недостаточно». И тя живее с мисълта, че на мен не ми е достатъчно. Недостаточно. Не ми е достатъчно. Я недостаточно красива. Аз не съм достатъчно красива. Я недостаточно любима. Аз не съм достатъчно обичана. Я недостаточно везде. Не съм навсякъде достатъчна. Я боюсь идти на новую работу. Недостаточно я знаю. Страхувам се да отида на нова работа. Я не знам недостаточно умна. Не съм достатъчно умна. Женщины. Жени. У вас ген владычества. Вие имате гена на владичество. Бог сотворил мужчину и женщину. Бог и сотворил жена и мужа. Он дал ген владычества и мужчине, и женщине. И той дал гена на владычеството и на мужа, и на жената. Мужчина просто думает по-другому. Мъжът обаче си мисли малко по друг начин. У него есть цель. Той си има цел. А у нас есть все. Пък ние си имаме всичко. Мы хотим вот это, вот это, вот это, вот это украсить, накрасить. И все равно недостаточно. Ние искаме и това, и това, и това, и да поведисваме, и да украсим, обаче не ни е достатъчно. Но Бог создал нас. Обаче Бог ни е създал. По образу и подобию. По своя образ и подобие. Своему. Бог создал нас. Бог ни е създал. По образу и подобию своему. По своя образ и подобие. Мы каждая прекрасны. Всеки един от нас е прекрасен. Мы каждый замечательный. Всеки един от нас е невероятен. У каждой есть свое призвание. И всяка една от нас има свое призвание. У каждой есть предназначение. Всяка една от вас има свое предназначение. И Бог сказал и мужчине, и женщине. И Бог е казал и на мъжа, и на жената. Плодитесь и размножайтесь. Плодитесь и се размножавайте. Плодитесь и размножайтесь. Зачем Богу было два раза говорить? За что на Богу мне требовало два пути да повторя, да се плодим и да се размножаваме. Размножаться? Да се размножаваме. Это дети. Това са децата.
плодиться, а да се плодим, это приносить плод. Това е да носим плод. В Библии очень много написано мест Писаний. И в Библии это има много места на Писание, которые говорят о плодах, които ни говорят за плодовете. А плод, а плодът, это наши дела. Това са нашите дела. Это то, что мы можем дать. Това е, което можем да дадем. Это то, что мы можем принести. Това е нещо, което можем да донесем. А что мы можем принести, если недостаточно? А какво можем да носим, ако не сме достатъчни? Если я хожу угрюмый и возвращаюсь, ако ходя сърдита, я достаточна? Дали съм достатъчна? Почему мы грустные? Защо сме тъжни? Если написано всегда радуйся, ако пише винаги да се радваме, в чем наша достаточность? Къде не е достатъчността? Бытие 2:18. Бытие 2 глава 18 стих. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Помощник. Помощник. Я не знаю, как у вас, возможно, у вас такого нет. Аз не знам как и при вас, может быть, нямате подобное нечто. Но женщина способна улучшать все и везде, как я уже сказала. Обаче жените са способни да подобряват всичко и навсякъде, както казах вече. И она старается улучшить сама все в своей семье. И тя се старае сама да подобри всичко в семейството си. Мой глава недостаточно хорош. Главата ми не е достатъчно добър. Он забил гвоздь не там. Не е сложил перон където трябва. Он тумбочку поставил не там. Шкафчето не е сложил където трябва. И ведет себя как маленький. И се държи като малко дете. Он ребенок. Той си е дете. У меня не трое детей. Аз нямам три деца. У меня четверо детей. Имам четири деца. И что теперь делать? И какво да правя сега? Недостаточно моя семья счастливая, я возьму все в свои сильные руки. Семейството ми не е достатъчно щастливо, аз ще взема всичко в свои ръце. Я становлюсь сильной. Аз почвам да ставам силна. Независимой. Независима. Иду вперед. Отивам напред. Но при этом почему-то опять недостаточно. Но при това пак не се чувствам достатъчно. И не совсем счастливая. И не совсем счастлива. Потому что я хотела, за что-то аз исках, чтобы мой муж был какой? Мужик ми дай каков? Мужественный. Мужествен. А он? А той? Ребенок. Е дете. А я кто должна быть? А аз каква трябва да съм? Для чего меня Бог создал? За что Бог ме создал? Быть кем? Да бъда какво? Помощницей. Помощничка. А че это я должна? За что аз трябва? Помогать, а не идти вместе или впереди, он же ж не понимает. Да помагам, а не да върви заедно я с него или отпред. Той не разбира, аз ще му обясня. Я ему расскажу. Аз ще му разкажа. Я ему покажу. Аз ще му покажа. Вопрос как? Вопросът е как? Знаете ли вы такое выражение? И знаете ли следния израз? Что жена шея, че жената е врата, а муж голова. А мъжът е главата. Возможно, женщинам это поможет. И, может быть, жената ще помогне. Муж это голова. Мъжът это главата. Он слушает Бога. Той слуша Бога. Он не такой эмоциональный, у него как-то все по полочкам. Той не е толкова емоционален и всичко му е по някакви шкафчета. Но иногда очень хорошо быть шеей. Обаче понякога е много добре да сме шията. Потому что она что делает? Защото тя какво прави? Крутит головой. Върти главата. Но делает это очень аккуратно. Обаче го прави много леко. Она не сворачивает голову. Тя не свива главата. Она крутит ей. Тя леко я... Давай вот так попробуем. Нека така да опитаме. Давай вот так попробуем. Нека така да опитаме. Или вот так. Или така. Она делает это аккуратно. Тя го прави много внимательно. Она не кричит и говорит, это неправильно, это не так, ты не такой. И все, я сделаю так, как я хочу. Тя не вика, ти не си прав и не правиш всичко правилно, и ще направим всичко, както аз си искам. Шея делает аккуратно. Шеята прави всичко внимательно. Потому что знает. Защото знае. Что есть слово. Че има слово. А слово сказанное. А словото, което е казано. Имеет свойство действовать. Има свойството да действа. Как мы часто говорим, вы, наверное, не говорите. Вы, сигурно, не говорите. Но многие люди говорят на детей. Обаче много хора наричат децата. Не очень хорошие слова. С не много хубави думи.
такие, как ты не такой, как все. Нечто, как ты не си, как у других. Все дети, как дети, а ты, простите, дебил. Всички деца, как у деца, пак ты си дебил. У тебя не выходит это. Не ты си получал этого. Посмотри, Петя играет на фортепиано. Видишь, Петя сверит пиано. А ты заладил барабаны да барабаны. Пак ты состой эти барабани. А ты вообще танцевать хочешь? Пак ты на тепе зов, что ты затанцула. Вот давай футболом займемся. Нека започнем да спортуем футбол. И мы постоянно что-то хотим исправить. И не постоянно искаме да поправим нечто. И мы постоянно чем-то недовольны. Постоянно не сме довольны от нечто. Что наши слова производят в наших детях? И как работают думите не в детстве они? Что наши слова производят в наших мужьях? Какво произвеждат думите в мужете ни? Что наши слова производят в нашем сердце? Какво произвеждат думите не в сердцата ни? Но сначала рождаются мысли. Първо се раждат мысли. Мысли заходят в сердце. Мислите влизат в сердцето. Делают нам мусорное ведро. Правят не като кож за буклук. Мы начинаем невкусно пахнуть. Започваме да миришем лошо. Потому что маленькое семя. За что-то малку семя. Маленькое. Мынечку семя. Делает огромное дело. Прави огромное дело. Есть закваска, знаете? Има квас, закваска. Как делается закваска? Как се прави квас? Берется молоко. Зима си мляко. Маленькое семечко. Малку семенцы. Закваски. В закваска. Ложится в большую тару молока. Слага се в една голяма тара с мляко. И вот это маленькое. И това малко. Заквашивает все. Почва да кваси всичко. И происходит то, что происходит. И се случва това, което се случва. Если мы в нашем сердце. Ако в нашето сърце. Не убираем. Не примахнем. Вот эти маленькие нехорошие семечки. Тези мынички, лоши семенца. Оно заквашивается. Те започват да заквасяват. И превращается в не очень хорошие вещи. И се превръщат в не толкова добри неща. Когда мужчина думает. И когато мъжът си мисли. Что женщина немножко не такая, как он. Че жената е малко не като почему него. Почему ей надо 10 платьев? Защо на ней трябва 10 платьев? Почему она ходит на маникюр? Защо ходи на маникюр? Почему она делает и об украшении опять, о достаточности? Аз снова говоря за достаточно, за украсявание. Ей почему-то все всегда надо доделывать, переделывать, обновлять, украшать. Постоянно нечто трябва да довършва, да прави, да украсява. А у него есть цель. Пак той си има цел. И здесь могут возникать конфликты. И тук може да възникват конфликти. И важно понимать. И важно да разбираме, что мы одно целое. Че ние сме едно цяло. Но мы разные. Но сме различни. И если мы сеем семечко нехорошее. И ако сеем семя, което не е добро. Оно превращает в такую закваску. То превръща една такава закваска. Которая может в наше сердце. Която може в нашите сърца. Поселять нелюбовь. Да сеи нелюбовь. Мой муж меня не любит. Мъжът ми не ме обича. Моя жена меня не любит. Жена меня не обича. И начинается конфликт. И започват конфликтите. Важно понимать. Важно е да разбираме. Что мы разные. Че сме различни. Но мы оба одни. Обаче сме едно. У нас есть ген владычества. Ние имаме гена на владичеството. Если у нас происходят в семье конфликты. И ако в семейството си имаме конфликти. Мы приходим к Богу. Ние идваме при Бог. И говорим, где я? И казваме, къде съм? Где я? Къде съм? Что ты сделал не так? Нечто направих не как-то. Где я не услышала? Някъде не чух. Где я не увидела? Някъде не где я не досмотрела? Някъде не догледах. Где я не повернула? Някъде не обърнах. Очень важно говорить. И много важно да говорим. Но вопрос как говорить? Обаче вопросът е как да говорим. Вопрос как говорить? Вопрос е как да говорим. Мы будем раскрывать в среду на тренинге. Ще го разгледаме в среда на нашия тренинг. Как общаться с друг другом? Как да общуваме един с друг? В каком ракурсе и что, как и правильно говорить? В какъв ракурс и как и правильно да говорим? Как быть прекрасной по-настоящему? Как да будем наистина прекрасней? Прежде всего для себя. Най-напред за себе си. Знаете, в Библии есть местописание. И знаете ли библейското местописание? Возлюби ближнего своего, как самого себя. Возлюби ближнего си, като себе си. Там есть две части. Там има две части. Возлюби ближнего своего. Возлюби ближнее си. Мы всегда обращаем на него внимание. И не винаги обръщаме внимание на това. Потому что, чтобы не было проблемы, я должен любить ближнего защото, своего. Защото, за да нямам проблеми, аз трябва да обичам ближнее си.
Вторая часть стиха говорит как самого себя. И вторая часть на стиха казва като себе си. Здесь возникает проблема. Обаче тук возникла проблема. Потому что часто мы себя не любим. Защото много често ние не се обичаме. Как? Как? Что мы кушаем? Какво едем? Когда мы кушаем? Кога едем? На ночь. През нощта? Побольше. Повече. Бургер. Бургери. Кока-кола. Кока-кола. Сколько мы спим? Колко спим? Или все-все пожертвуем, отдам детям. Или всичко ще пожертвам и ще го дам на децата си. А сама останусь голодной. Пък сама ще остана гладна. Разные ситуации. Има различни ситуации. Но кто разрушит храм сей? Но който разруши този храм? Того покарает Бог. Онзи го карал Господ. И если мы не любим себя таким образом, не се обичаме по този начин, то мы не любим ближнего тоже. Значит, че не обичаме ближния си. Мы будем относиться к нему не с любовью. И ще се отнасяме към него не с любов. А из позиции надо. А от позицията, че трябва. А ближний пусть это будет муж. Пък ближния, нека и мъжът ви. Но мне его надо любить. Аз трябва да го обичам. Но я ему приготовлю. Ще му сготвя. Но я ему постираю. Ще изпира. Но с таким лицом. Обаче с подобно лице. Но его надо любить. Трябва да го обичам. Надо. Трябва. Я люблю. Аз обичам. Но подхожу к зеркалу. Обаче отивам пред огледалото. Мешки под глазами. Под очите ми има. Синяки. Синяки под глазами. Ноги кривые. Криви са ми краката. Пузо торчи. Шкембето ми стърчи. Боже, как это можно любить? Как можеш да го обичам това? А Бог сътворил по своему образу. Пък Бог е сътворил по своя образ. По своему подобию. По свое подобие. И сказал, ты дочь моя. И е казал, ти си дъщеря ми. Я возлюбил тебя. И аз те възлюбих. И дал тебе ген владычества. И аз ти дадох гена на владичеството. Тебе что-то не нравится? Нещо не ти харесва ли? Поднимайся. Вдигни се. Тебе не нравится твой живот? Не ти харесваш кембето ти? Вставай. Стани. 4 километра. 4 километра. Живот пройдет. И коремът ти ще мине. У тебя болит желудок? Болит стомаха ли? Ты молишься? Молишь ли се? Я молюсь, да, Господи, каждый день молюсь. Аз се моля, да, Боже, исцели, всеки ден си Бог, моля. Мой желудок. Исцели, Боже, мой стомах. Бог каждое утро исцеляет желудок. И Бог всеки ден исцелява стомаха. А мы даже не можем почувствовать пък это. Ние даже не можем да усетим това. Потому что что? За что-то какво? Бургер Кока-Кола. Бургер Кока-Кола. Он исцелил? Той исцелява. А мы накормили. А ние го храним. Бог мужу дает любовь, потому что он молится в тайной комнате. Бог дава любовь на мужа, за что-то той си моля в тайната стая. А мы проснулись утром. Они и ставаме с утрен. Подошли к зеркалу. Утиваме пред огледалото. Боже, какая страшная. Боже, колко съм страшна. И пошла на кухню. И утивам в кухнята. Есть, хочешь? Искаш ли да едешь? И Бог такой дал мужу любовь. И Бог и дал любовь на мужа. И муж опять смотрит на нее, Господи, я же его вроде полюбил. И мужът отново ме гледа и казва, Боже, уж я обичам. То ли утром. Дали е сутрин. Мы встаем, женщина с вами. Ние жените ставаме. Ну, к примеру, в 6 утра. Например, в 6 сутрин, то. Идем в комнату. Отиваме в стаята. В которой нет никого. Където няма никой. Если у вас маленькая квартира, идите в туалет. И ако имаме малък апартамент, отивате... Туалет. В туалетната или банята. Включаем наушники. Пускаме си слушалките. Чтоб никого не разбудить. За да не събудим никого. Идем к Богу. Отиваме при Бога. Закрываем глаза. Затваряме си очите. Поклоняемся. И се покланяме. Господь. Господи. Как я тебя люблю. Колко те обичам. Спасибо тебе. Благодаря ти. Что ты дал мне длинный нос. Че си ми дал дълъг нос. Что ты дал мне такие ноги. Че си ми дал такива крака. Вот именно такие руки. Точно такива ръце. А еще ты дал мне призвание. И още си ми дал призвание. И ты меня так любишь. И ти толкова ме обичаш. И я просто счастлива. И аз просто съм щастлива. Помоги мне себя полюбить. Помогни ми да се обичам. Помоги мне себя принять. Помогни ми да се приема. И вы точно увидите. И ви 100% ще видите. Как Бог вас обнимает. Как Бог ви пригръща. Говорит, что вы прекрасна. И ви казва, че ви сте прекрасна. Вы великолепна. Ви сте великолепна.
Потому что Он Творец. За что тут Той Творец? Он каждого человека сотворил. И Той всякий один человек и сотворил. По образу своему. По свой образ. Бог некрасивый. Бог дали не красив. Бог сильный. Бог силен ли? Бог всемогущий. Бог всемогущ ли? Он владыка. Дали владыка. И Он сотворил каждого. И Той сотворил всякий один по от нас. По образу и подобию своему. По свой образ и подобие. И Он сказал: владычествуйте. И Той оказывал владычествуйте. Над рыбами. Над рыбите. Над птицами. Над птиците. Над всей землей. Над целой та земля. Обладайте ей. Обладавайте ее. Кроме. Освен. Мужа. Мужа. Кроме детей. Освен децата. Кроме людей. Освен хората. Владычествуй над всем. Владычествуй над всичко. Над обстоятельствами. Над обстоятельствата. Над тем, что есть в тебе. Над онова, което има в теб. Но не над мужем. Но не над мужа. Не над женой. Не над жената. Для мужчин тоже. За мужете се отнася също. И не, для и не над детьми. И не над децата. Спросите, что они хотят. Питайте ги, какво искат. Дети, что хотят. Деца. Децата, не какво вы искат. Для них. Не ви за тях, какво они искат. Для себя. А те за себе си. Это важно. Това е важно. Ген владычества. Генът на владычеството. Когда у нас низкая самооценка. И когато самооценката ни е ниска. И мы не любим себя. И ние не се обичаме. И мы думаем, что Бог сотворил кого угодно по своему образу. И мы си мислим, че Бог е сотворил когото и да е по своя образ, само не мен. Мы превращаемся в Каина. Ние се превръщаме в камък. Потому что Каин убил Авеля. Каин убил защото Авеля. Защото Каин убил Авел. Потому что Каин убил Авеля. Что-то Каин убил Авел. Из-за низкой самооценки. Заради низката си самооценка. Потому что он сравнивал. За что-то себя сравнивал. Бог обратил внимание на его. Бог и обрнал внимание то си на него. То, что он принес ему жертву. Това, което той му е донесъл в жертва. И презрел Господь. И презрял Господь. На его жертву. Върху неговата жертва. Презрел – это обратил внимание. Значит, обрнал внимание то си. А на меня внимание не обратил. Обаче върху мен не обърнал внимание. Он не спросил у Бога почему. Той не е питал Бога защо. Он начал смотреть на Авеля. Е започнал да гледа Авел. И сравнивать себя. И да се сравнява. Смотри, какая у нее белая рубашка красивая. Виж каква хубава бяла риза има. А прическа какая. А прическата каква е. И волосы красиво уложены. И косата е красива. А я не такая. А аз не съм такава. Что сделать? Какво да направя? Може убить? Да я убили. Я тогда лучше буду. Тогава ще съм по-добра. А че, он красивый, а я нет. Что тя е красива, а аз не. Может, Бог презрел, потому что он лучше меня. Может быть, Бог и обрел а внимание, если его не будет, тогда буду только я. Ако я няма, значит, тогава ще съм само аз. Для кого мы хотим быть? За кого искаме да сме такива? Кем мы хотим быть? Какви искаме да сме? Для чего мы хотим быть? За что искаме да будем? В чем? В какво? Мое призвание. Е моето призвание. В чем мое владычество? Какво е моето владичество? И мы часто очень боимся. И не често се страхуваме. Двигаться вперед. Да се движим напред. Эта работа не для меня. Тази работа не е за мен. Это служение не для меня. Това служение не е за мен. Это действие не для меня. Това действие не е я за боюсь. Мен. Аз се страхувам. Вы знаете, я родилась в семье алкоголиков. И знаете ли, аз родих в семейство на алкохолици. И когда я была подростком, и когато аз бях тинейджер, я как и все ходила в школу. Аз като всички отивах на училище. В маминой шубе. В шубата на майка ми. В папином шарфике. В шарф. Шала на баща ми. И бабушки на сапоги. И с бутушей от баба ми. Как вы думаете, как у меня была самооценка? И как си мислите, как я била самооценката ми? Вы все учились в школе и знаете? Всички сте учили в училище и знаете. Как относились к таким детям? Как другие се отнасяли к подобным деца, другите деца? И когда учитель вызывала отвечать? И когато преподавателя ми викаше да отговарям? Даже если я учила. Даже ако знаех и учих. Я вставала и говорила, я не готова. Аз се изправих и казвах, аз не съм готова. Потому что я стеснялась. Защото аз се притеснявах. Чтобы на меня кто-то смотрел. Някой да ме погледне. А еще и говорить. Кому ли да говоря. И буду сидеть тихонечко. А ще стоя тихичко. Спи двойка. Нека да имам двойка. Но я не буду обращать на себя внимание. Обаче никой няма да ми обърне внимание. Я боялась говорить. Аз се страхувах да говоря. Я боялась выражать свои мысли. Аз се страхувах да изразявам мислите си.
Потому что когда-то закрыли рот. За что-то някога сами затворили устата. Те же подруги и друзья. Слышите, приятельки и приятели. Которые на музыке говорили тебе только в туалете кричать занято голосом. Които са ти казвали в туалетната да казваш заето. Хотя я пела хорошо. Когато пях, въпреки че пях добре. Очень хорошо. Пях много добре. Я так думала. Така си мислех. Потом 17 лет вела прославление. Когато бях на 17 години, аз водих прославление. Когда была в церкви. Когато бях в църква. Когда Бог сказал, ты мое дитя. Когато Бог ми каза, ти си детето ми. Ты можешь. И ти можешь. Я тебе дал все. Аз съм ти дал всичко. Возьми, пользуйся. Вземи и го ползвай. У тебя есть ген владычества. Ти имаш гена на владичество. Хочешь поменять, начни действовать. Ако искаш да промениш нещо, започвай да действаш. И я боялась говорить. Я се страхувах да говоря. Уже на протяжении 3 лет. Продължение от 3 години. Мы ездим по семинарам, по конференциям. Не обикаляме семинари и конференции. И говорим. И казваме. Я говорю. Аз говоря. Со сцены на 700 тысяч человек. Говоря на сцене, където има по 700 человек. Потому что Бог. За что-то Бог. Дал ген владычества. Ми е дал гена на владичество. Он сказал, ты дочь моя. И той каза, ти си дъщеря ми. Он сказал, ты сын мой. Той каза, ти си мой син. И ты можешь все. И ты можешь всичко. У тебя есть болезнь? Имашь ли болезнь? Приди ко мне. Ела при мен. Все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Всички обременения, аз ще ви успокоя. Ты переживаешь? Притесняваш ли Приди се? Ко мне. Ела при мен. Исаия 41:10. Исаия 41, 10 стих. На экран можно Исаия 41:10, чтобы я долго не искала. Не бойся, что Бог говорит. Не се страхувай, какво казва Господ. Не бойся. Не се страхувай. Я с тобой. Аз съм с теб. Не надо смущаться. Не се притеснявай. Ты красив. Ти си красив. Ты замечательный. Ти си невероятен. Вот с теми ушами. С тези уши. Вот с тем носом. С този нос. Вот с теми руками. С тези ръце. С 1,55 м, как у меня. 1,55 м, като мен. Я не 1,70 м, а хотелось. Не съм 1,70 м, въпреки че ми се иска. Я на каблуках. Аз съм на токчета. Иногда спасают. Понякога ме спасяват. Но ноги так болят. Обаче краката ми болят. Не бойся, ибо я с тобой. Не бойся, защото аз съм с тебе. Понимаете, сам Бог. Разбирате ли, самия Бог. Он с тобой. Той е с теб. Он за руку тебя держит. Той те държи за ръката. Он говорит, я с тобой, пошли. И той ти казва, аз съм я с теб. Я тебя поведу. Нека да вървим, аз ще водя. Идем, не бойся. Ела след мен, не се бой. Я укреплю тебя. Аз ще те укрепя. И помогу тебе. И ще ти помогна. И поддержу тебя. И ще ти подкрепя. Хочешь, на руках понесу. Искаш ли да те нося на ръцете си? Но только сделай шаг. Само направи стъпка. Что нам надо сделать? Какво трябва да направим? Нам надо сделать шаг. Трябва да направим стъпка. Нам надо сказать. Трябва да кажем. Не ныть, я не могу, у меня не получится. Не да се оплакваме. Я не умею. Не мога, не ми се получава. Я не знаю. Не умея и не зная. Я недостаточна. Не съм достатъчна. Умна, красива. Умна или красива. Муж меня не любит. Мъжът не ме обича. Посмотри в зеркало. Погледни се в гледалото. Улыбнись. Усмихни се. Будь жизнерадостным. Бъди жизнерадостным. Вы помните песню? Вспомните ли си песента? От улыбки станет всем светлей. От усмивка на всички от ще има по-светло. От улыбки в небе радуга просвется. От усмивка. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. От усмивка, дъгата, ще се усмихни. Она к тебе вернется. И ако се усмихнеш на другия, усмивката ще ти се върне. Мы смотрим в зеркало. И нека погледнем в огледалото. Наш муж, наши дети. Нашия мъж и нашите деца. Очень часто наше отображение. Много често е нашето отражение. Если я подойду к переводчику. И ако дойда при преводача. Как вас зовут? Аня. Аня. И буду на вас так смотреть. Ну сейчас я просто сейчас весело. Когда родитель подходит к своему ребенку, когда родители у тебя при детето си, что чувствует при этом ребенок? Какво усеща детето? Где я накосячил? Какво сгреших?
Что я сделал? Как во направих? Что не так? Как во не така? Я опять, наверное, не такой. Пак сигурно някаков съм не такав. Может, волосы выросли. Может быть, косата ми израсна. Грязные начинают сразу искать. Может быть, съм мръсен, започва да търся нещо. Мы отображаем себя в нем. Ние се отобразяваме в него. И в мужа тоже. И в мъжа също. Мы выходим с комнаты. Ние излизаме от стаята. Ты меня еще любишь? Обичаш ли ме още? Вот такую стрёмную. Толкова грозно. Но я ж толстая. Аз съм дебела. Некрасивая. Не съм красива. Как ты можешь меня любить? Как можешь да ме обичаш? Или? Или? Даже если у нас есть лишние килограммы после родов. Даже ако имаме излишни килограмми след раждане. Коль. Колю. Ты посмотри. Погледни. Какая красота тебе досталась. Колко красив... Каква красота тебе... Каква красота имаш? Меня ж Бог создал. Бог ме создал. Ну ничего, побегаю, меньше стану. Малко ще побягам, ще намаляю. Достаточно. Достаточно. Нас достаточно. Нас не... Ние сме достатъчни. Бог сделал нас именно такими. Бог не е направил такива. Дал талант. Той не е дал талант. Дал способность. Дал не е способности. И власть. И властта. Он дал ген владычества. Той не е дал гена на владичеството. И дал власть. И не е дал власть. Луки 10:19. Лука 10 глава. 19 стих. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Се даю вам власть. Да вам ви власть. Наступать. Да наступать. На змеи и скорпионов. На змеи и на скорпионе. Сейчас услышьте свое сердце. Сега чуйте сердце. Что в вашей жизни сейчас? Какво се случва в вашия живот сега? Змея. Змея. Скорпион. Скорпия. В вашей жизни какая сейчас есть трудность? Каква трудность има сега в живота ви? Просто подумайте. Просто помислите. Как вы можете на нее наступить? Как може да, да ги наступите? Что вы конкретно можете сделать? И какво ви конкретно може да направите? Чтобы наступить на нее. За да я наступите. Боюсь идти. Страхувам се да вървя. Что-то делать новое. Да правя нещо ново. Бог сказал, не бойся. Бог е казал, не се бой. И боясь с тобой. Защото аз съм с тебе. Я возьму тебя за руку. Аз ще взема за ръката. Я тебя поведу. Аз ще те водя. Я тебе покажу. Аз ще ти покажа. Я тебе открою. И аз ще ти отворя. У тебя есть все. И ти имаш всичко. У тебя есть ген владычества. Ти имаш гена на владичеството. Говори слово. Говори слово. Провозглашай. Провозгласи. У тебя все получится. Ще ти се получи. Ты все можешь. И ты можешь всичко. Ты сильный. Ты си силен. Потому что я твой Бог. За что-то аз съм твой Бог. Я держу тебя за руку. И ты държи за ръката. И я с тобой. Я съм с тебе. Мы сможем. Ние ще можем. Что в твоей жизни змея? Кое е змеята в живота ти? Что в твоей жизни скорпион? Кое е скорпия в живота ти? Псалом 90, 11, 13. Псалом 90 глава, 11-13 стих. Ибо ангелам своим заповедую тебе хранять тебя на всех твоих путях. На руках понесут тебя, да не приткнешься ногой камень. На аспида, на василиска наступишь. Попирать будешь льва и дракона. Зачем нам ген владычества? Мы живем на земле. За что мы генат на владычество, то ниже мы живем на земята. Там был лев. Там имел лев. Попирать будешь льва и дракона. Ще стъпчешь лъва и дракона. А мы знаем, что на земле. Пък ние знаем, че на земята. Дьявол ходит. Дьявол отвърви. Как рыкающий лев. Като лъв. А там написано. И там пише. Льва. Попирать будешь льва и дракона. Ще стъпчешь лъва и змията. Дьявол ходит, как рыкающий лев. Дьявол върви като лъв. Ища кого поглотить. Търсики кого да погълне. Он находится в процессе все время. И той се намира в процес. Он хочет поглотить. През цялото време иска да погълне. И когда я вот такой? И когато съм такъв? Я недостатъчно. Не съм достатъчно. Кривые ноги. Криви са ми краката. Неправильные руки. Неправилни ръце. Выросли не оттуда. Израснаха не от където трябваш.
Я не такой. Не сам таков. Бог, я не умею. Боже, аз не умею. Я не хочу. Аз не иску. Я не могу. Аз не мога. И тут дьявол. И тук идва дьяволот. Рыкающий лев, он какой? Каков лвот? Он сильный? Силен ли? А мы боимся льва. Страхуваме ли се от лва? В животном мире. Во животне, в животинске свят. Он сильный? То есть силен. А Бог сказал? А Бог и казал. Что? Какво и казал? Попирать будешь льва. Чешь го стъпчешь. И дракона. И дракона. В тебе есть власть. И в тебе има власть. В тебе есть сила. В тебе има сила. И когда ты со мной. И когато ти си с мен. И когда каждое утро приходишь ко мне. И когато всяка сутрин идешь при мене. Я беру тебя за руку. Аз те взимам за ръката. Я говорю, ты мой. И аз ти казвам, ти си ты моя. Мой. Ти си моя. Ты сильный. Ти си силна. В тебе есть власть. В тебе има власть. В тебе есть владычество. В тебе има владычество. Еще и я стою рядом с тобой. И аз съм до теб. Как ты можешь бояться? Как можешь да се страхуваш? Я на руках тебя понесу, хочешь? Аз ще нося на ръце ти, ако искаш. Только скажи слова. Само ми кажи една дума. Да, Бог, я могу. Да, Боже, аз мога. Я маленький шаг сделаю, хорошо? Ще направя малка стъпчица, окей ли? Получилось. Получиме си. Два можно? Може, давай, две стъпки можешь. Да направя. Ти ще сделал можеш. Два. Правя две стъпки. Ничего не произошло. И нищо не се случва. Теперь делай 10. И сега ще направя 10. Бог с тобой. Бог и с теб. Потому что Бог сильный. За что-то Бог и силен. Бог живет внутри тебя. И Бог живее вътре в теб. Но пока мы в хаосе. Но докато се намираме в хаос. Пока мы бесконечно думаем, 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 думаем. Докато непрекъснато мислим, мислим, мислим. Кого изменить? Как изменить? Куда бежать? Зачем бежать? Кого да променим? Къде да вървим? Как да бягаме? Мы находимся в суете. Ние се намираме в суета. Пытаемся найти ответ. Опитваме се да намерим отговор. Ответа нет. И няма отговор. Бог, ты где? Боже, къде си? Бог ждет. Бог чака. Потому что мы не слышим. Защото ние не чуваме. Потому что мы сами. Защото ние самите. Потому что уши закрыли. Защото си затворихме ушите. Бежим. Бягаме. Закрываем уши опять. Затваряме ушите отново. Опять бежим, спрашиваем, Бог, ты где? И отново бягаме и питаме. Я тут пытаюсь что-то делать. Боже, къде си? Аз у меня ничего не получается. Не ми се получава. Дети не воспитываются. Децата не се воспитават. Муж опять гвозди не забил. Может, пак не забил мусор перони. Не вынес. Буклукът не изхвърлен. Не побрился. Не се избръснал. Страшно стал. Страшно е. Старый. Страшен и стар. Некрасивый. Некрасив. А че он такой? За что я таков? А я какая? А аз каква съм? Я рядом. Аз съм до него. Я смотрю на него. Поглеждам го. Я глажу его. Погалвам го. Я люблю его. Аз го обичам. Я общаюсь с ним. Аз се общувам с него. Каждый вечер. Всяка вечер. Уделяю ему много времени. Уделям ему много времени. Говорю, что он тоже красивый. Говорим, что он също и красив. Мужчины, вам важно, чтобы ваша жена говорила, что вы класс? Може, важно ли жените да казват, че сте готини? Гордилась вами. Да се гордея с вас. Мужчины? Може? Женщины услышали? Чухте ли жени? А женщине важно говорить. А за жената е важно да говори. Что она самая лучшая. Да и се говори, че тя е най-добрата. Потому что? За что-то? Она бесконечно все украшает. Тя бескрайно украсява всичко. И она думает, что она недостаточна. И тя си мисли, че тя не е достатъчна. Но ее так Бог создал. Така Бог я и създал. Ну да, женщина перегибает палку. Да, понякога прикалява жената. Бесконечно все украшать и думать, что она недостаточна. Непрекъснуто да украсява всичко и да си мисли, че не е достатъчна. Помогите ей. Помогнете ей. Говорите ей каждый день, что она красива. Говорите ей всякий день, че е красива. Она перестанет быть недостаточной. И тя ще прекъсне да бъде недостатъчна. Потому что будет слышать от вас. Защото ще чува от вас. Что она хороша. Че тя е добра. Ген владычества. Генът на владичеството. Во всем. Во всичко. В семье. Во семейството. В отношениях. В връзките ни. В работе. В работата ни. В воспитании детей. В израстването на децата ни. У вас есть ген владычества. Ние имаме гена на владичеството. Над своим сердцем. Над своето сърце. Делайте шаг. Правете стъпки. Вы прекрасны. Вие сте прекрасни. Вы здоровы. Вие сте здрави. Вы сильны. И вие сте силни. На этом я закончу, потому что муж меня... Тук ще приключа, защото мъжът ми... Будет кричать. Ще ми вика. Аминь.
Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя, вот. Кому принадлежит вся жизнь моя, в каждой ране твоей крик «люблю тебя», вот. Кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя, вот. Кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей крик «люблю». Если сегодня вас коснулось Слово Божие, и вы решили продолжить свою жизнь, следуя за Иисусом Христом, вы сделали важнейший выбор. Иисус сказал, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. Но это только начало, друзья. Вы нуждаетесь в ежедневном питании Божьим Словом и в общении с Создателем посредством молитвы. Также мы все нуждаемся в живой церкви, где мы можем расти духовно в учении нашего Господа Иисуса Христа. Если вы из Варны, то мы будем рады видеть вас членами нашей интернациональной церкви для русскоговорящих. Мы так же, как и вы, были далеки от Иисуса в поисках истины, пока встреча с Христом не изменила наши жизни. Помните, что Бог вас очень сильно любит и хочет сделать вас частью своей Божьей семьи. Ждем вас каждое воскресенье с 14:00 по адресу Варна, бульвар Сливница, 48. А если у вас есть необходимость в срочной молитве или совете, не сомневайтесь, позвоните нам по телефону, который указан на экране. Бог да будет с вами, дорогие приятели!